Всем привет! Это тренер по продукции Центральной России Наталья Радкевич. Я хотела бы обратить ваше внимание на одно из самых интересных и выгодных предложений каталога номер 12. Это краска для волос. 269 рублей цена упаковки краски. И осень – это самое подходящее время для экспериментов с образом. Для того, чтобы ваши эксперименты закончились удачно, несколько рекомендаций. Первая рекомендация. Внимательно читайте инструкцию. Не держите краску дольше положенного на волосах, этим вы не добьетесь более сочного яркого цвета, а волосы могут пострадать. Не используйте краску, если вы недавно делали процедуру обесцвечивания или химической завивки. Не мойте голову хотя бы за день до окрашивания. Почему? Потому что выделяющийся сальный секрет – это естественная защита ваших волос и кожи головы. Также не стоит мыть голову хотя бы 2-3 дня после процедуры окрашивания. Почему? Да? Потому что закрываются кутикулы в это время, и цвет дольше будет сохраняться, и дольше будет радовать вас своей яркостью. Следующий момент. Старайтесь минимизировать термическое воздействие на волосы. Это фены, это утюги, это плойки, и это горячая вода, которой вы моете волосы. Да? Старайтесь, чтобы вода была комнатная, и как можно меньше используйте приборов, которые будут повреждать ваши окрашенные волосы. И последняя рекомендация. Всегда после окрашивания старайтесь использовать уходовую серию для окрашенных волос. Это позволит вам быстрее восстановить волосы, защитить их от воздействия солнечного света и негативных факторов окружающей среды. Волосы будут дольше радовать вас своим цветом, своим глянцевым блеском, и все ваши эксперименты пройдут успешно. Ищите себя, свой образ. Компания Oriflame поможет вам в этом. Предлагаю прекрасную краску и замечательную серию для окрашенных волос Hair X. Все это есть в каталоге номер 12. А у вас еще есть несколько дней для того, чтобы сделать заказ из этого каталога.